будет только рука. Ну да. Я все это снимал. Ну я думал, ты в кухне, думал, у тебя какая-то идея. Ну блин, а по вот сказать, да. Нет, я что, у меня селфи рука только есть. Это вот лестница на стену Хивинской крепости. Мы вот тут залезли, ну да, самого парапета не дошли. А вот здесь есть возможность. Вот, кстати, выезд автомобильный прямо в город уже в такой. Сейчас попробуем вот сюда мы залезть. Вот оно. Главное не разобрать кирпичи местные, а то ж нарушение функционирования исторического памятника же пришьют. Вот зачетный вид. Я не вижу туристов, которые по стене бы гуляли. Как бы тут не оказались всего два таких. Да? Да, все, что не запрещено, там нету знака «перечеркнутый турист». Соответственно, а? В натуре, да, они терминируют. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Я так подозреваю. Вот, совсем другое дело. Вот. Сразу на ворота. Ну, на ворота, да? Боевой выход на ворота. Вот отсюда очень-очень все хорошо видно. Сколько времени было ходить на один такой? Сколько времени? Дней? 10 дней. Вот такую красоту случайно шли и увидели дверь. И вот такую красоту делают. Вот под таким циновочным навесом. Классно. Вот. Здорово, восхищены. Так, программа минимум. О! Выполнено у нас две. Вот, идем по улице старого города. Пофотографировались, пообщались с людьми, с местными. В общем-то, подтвердились все наши предположения. Вот сейчас панораму, в общем, покажу. Это вот все старинные здания, мечети, мудрецы. В общем, историей пропитано все внутри, все вокруг. И мы получили то, зачем ехали. Единственный город на планете, который находится внутри старинной крепости. Сейчас мы идем на выход. За ворота. Ну вот, полицейских снимать не надо. Thank you.
Ставит так, что я 3 недели, наверное, с горшка не слезу. Ты когда-нибудь по такому мосту ездил?